Мастер спорта по легкой атлетике, двукратный чемпион России, многократный победитель областных соревнований, и все это в 23 года. Этих результатов Евгений Данилов добился благодаря своему первому тренеру Владимиру Чинькову. Поначалу я не мог привиться в какой-то либо спорт, и Чиньков Владимир Николаевич, мой тренер первый, увидел во мне какой-то стержень, то, что есть потенциал. Потом вот он поговорил с родителями, родители со мной. Ну, я вот понял, что нужно пробовать, вот, наконец-то, окончательно выбирать спорт. И начало получаться, я полюбил, понравились победы, результаты. Ну, больше всего результаты, то, что я начал расти в этом виде спорта. И мне хотелось все дальше и дальше, к уровню международному, мастера спорта. Опыт Владимира Чинькова, отличного спринтера, сегодня помогает его воспитаннику успешно финишировать на коротких и длинных дистанциях. К своим тренировкам Евгений подходит очень серьезно. Он уверен, если есть желание заниматься спортом, то и результаты придут. Секретов-то нет, в принципе. Самое главное – это трудолюбие, мотивация, цель. И тогда, когда ты смотивирован, идешь к цели, то у тебя все получается. Тренировки бывают жесткие. Ну, даже, к примеру, сказать, как вот у меня тренировка проходит на этапе подготовительном, уже более сильном. Ну, к примеру, делаю работу 1000, 10 минут отдыха, 800, 10 минут отдыха и 600. И, ну, как бы, 3 отрезка. И все эти 3 отрезка я бегу на 90 где-то процентов, то есть... 1000 я пробегаю на 2:35, 10 минут отдыхаю, 800 на 1:56-1:58 и 600 на 1:22-1:23. То есть это получается, как некоторые люди бегут на соревнованиях, я так делаю тренировку. После окончания школы Олимпийского резерва Евгений не раз принимал участие в соревнованиях различного уровня. По стечению обстоятельств вернулся в Верхнюю Салду. Спортсмен отлично оценивает салдинские тренировочные площадки и считает, что здесь можно реализовать себя. Ведь свой первый старт он взял именно в родном городе. Начал участвовать в наших первых, это городских, верхнесалдинские, потом... Уровень уже начал подниматься, начал на городских Екатеринбурга, потом Свердловская область, Уральский федеральный округ, чемпионат России, в Азии на международных, в Киргизии. Ну, в общем, выиграл 2 раза Россию, неоднократно в УРФО. Выступление Евгения Данилова за сборную цеха номер 51 на новаторской эстафете позволило команде улучшить прошлогодний результат. Тогда спортсмены 51-го пришли к финишу третьими. На майской гонке 2017 года легкоатлеты физкультурно-спортивного комплекса были уже вторыми. Свой личный результат спортсмен готов улучшить на Кубке Урала по легкой атлетике, который пройдет в Челябинске. Бежать предстоит любимую дистанцию – 800 метров. Пожелаем Жене дальнейших успехов и будем ждать очередных побед салдинца.